Всем привет! Сегодня что? Сегодня 13 ноября. Что-то я давно не снимал видео. Ну, то дождь, то еще какая-то фигня. Хотя тренироваться выходил. Просто вот вышел, когда позавчера вроде. Дождь. Я столько потренировался, и сразу дождь. Ну вот, сегодня 13-й, вообще день отлично прошел. Просто работа такая у меня очень интересная. Мне нравится, это самое главное. Если работа не нравится, то это можно рассматривать. Ну, допустим, если даже платят хорошо, как высокооплачиваемое рабство. Ну, по факту, да. Потому что нахер вообще работе, если не нравится, правильно? Ну, я так считаю. Поэтому я лучше пойду сдохну нахер, чем буду работать и будет не нравиться мне. Ну, в большинстве случаев. Поэтому я выбрал такую работу, чтобы нервы не тайпать и нравилось. Сегодня потренировался, потом видосик приклею, как я потренировался, подтягивался. За 2 месяца набрал примерно 6 подтягиваний. Даже чувствовал сегодня то, что в принципе иду хорошо, не стал прям быстро-быстро подтягиваться, а делал более чисто. Ну, у меня там с рывочками получилось 27. Можете видосик глянуть. Кто больше подтягивается, пишите, сколько вы подтягиваетесь. Буду вас догонять и обгонять, чтобы у меня было больше мотивации, больше стимул. Давайте, всем пока. Нужно еще чуть потренироваться.